Гомельская организация профессионального рестлинга провела шоу, приуроченное ко дню рождения своего друга, одного из мастеров профессиональной борьбы, Йошиаки Фудживари. Действие проходило во Дворце культуры Белецкий. В знак уважения к имениннику Нью Беларусь Про Рестлинг организовала специальный матч по классическим канонам. Две победы из трех поединков. Матч прошел между молодым прорестлером Айсбрейкером и более опытным спортсменом по прозвищу Абдулла. Вторым матчем стал бой за титул. Уже бывалому рестлеру Марику предстояло отстоять свое чемпионство, что он с успехом и сделал, несмотря на травмированное плечо. Но для его противника поражение ничего не значит. На следующем шоу он вновь планирует оспорить звание чемпиона. Профессиональный рестлинг – это театрализованная борьба, которая направлена на развлечение, а иногда и шокирование публики. Со вторым своим предназначением гомельские рестлеры справились на ура. Самым запоминающимся стал бой цепных псов. Название полностью отражало концепцию матча. Рестлеры Капрогор и Лейбеншмидт были скованы трехметровой цепью, чтобы ни один из них не смог убежать. После долгого и техничного поединка верх над противником взял Капрогор. Тише, мам! Тише!